Сегодня во всем мире отмечают и День донора крови. Акции по добровольной сдаче крови повсеместно проводятся в нашей стране. Например, в Актау в этот день донорами выступили госслужащие. Есть среди них также доноры со стажем и те, кто сдает кровь каждые 4 месяца. По словам медработников, 99% собранной сегодня крови оказались пригодными для переливания. Всего же в прошлом году в Мангистауской области сдали кровь 8 тысяч доноров. Благодаря им удалось спасти жизни порядка 5 тысяч человек. С начала этого года донорами стали 4 тысячи жителей региона.